Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 30.6. Решите уравнение. Корень из 7х-4 равен корень из 5х+2. Но для того, чтобы решить такое уравнение, мы возведем в квадрат его левую и правую часть. Тогда слева мы получим 7х-4, а справа получим 5х+2. И теперь перенесем 5х слева, получим 2х, а минус 4 перенесем вправо, получим равно 6. Тогда отсюда х будет равно 3. Теперь подставим полученное значение в наше выражение. Получим 7 умножить на 3 минус 4 должно быть равно 5 умножить на 3 плюс 2. Это у нас получается 21 минус 4, это 17, корень из 17 равен корню из 17. Это верное равенство, следовательно, корень найден верным. Х равно 3. Пункт Б. В пункте Б корень из 2х-5 равен корню из 4х-7. Возводим в квадрат левую часть 2х-5. И приравняем к квадрату правой части. 4х-7. Теперь 2х перенесем вправо, а минус 7 перенесем влево. Получим 2 равно 2х. Ну и отсюда х равно 1. Теперь подставим х равно 1 в наше уравнение. Получим 2 минус 5. А справа получим 4 минус 7. Тогда получается корень из минус 3 равен корню из минус 3. Но под корнем отрицательное число быть не может, значит, это равенство неверное. А раз это равенство неверное, значит, корень х равно 1 – это корень посторонний. И тогда наше уравнение корней не имеет. Корней нет. Пункт В. В пункте В корень из 3х+4 равен корню из 5х+2. Возведем в квадрат, получим 3х+4 равно 5х+2. Так, ну 3х мы перенесем вправо, а двойку перенесем влево, получим 2 равно 2х. Ну и отсюда х равен 1. Подставим 1 в наше уравнение, получим 3+4 слева, и это должно быть равно 5+2. Ну, действительно, корень из 7 равен корню из 7, это равенство верное. Следовательно, наш корень мы нашли верно, х равно 1. И пункт Г. Корень из 3х+1. И справа у нас корень из 2х-3. Возводим в квадрат левую и правую часть, получаем 3х+1 равно 2х-3. 2х перенесем влево, получим х, 1 вправо, х равно минус 4. Теперь мы должны этот корень проверить. Получается у нас 3 на минус 4 – это минус 12 плюс 1, а справа у нас получается минус 8, минус 3. Ну, уже даже можно и не вычислять. Под корнем у нас получается отрицательное число, и здесь тоже отрицательное число. Таким образом, равенство неверное, неверное равенство. И, следовательно, корень х равно минус 4 – это корень посторонний. И наше уравнение корней у нас получается нет. Уравнение корней не имеет. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.